очень рад, что у нас есть такая возможность показать вам лица людей августа 91 года. Вот все, что вы видите на фотографиях, это не толпа, это не народ, это люди, и так и называется наша выставка, люди, да, на площади. Люди – это значит граждане. На нашей выставке представлено 80 фотографий, 36 фотографов. События с 19 по 24 августа, 3 таблицы хронологии, 7 больших мольбертов, включая тизер экспозиции, и очень много другой статистики. Самое концентрированное для меня время во всей жизни, эти 5 дней, так прошедшие. Я жил на улице Новолесной, и у меня прямо из окна было видно улицу Правды. Я выглянул в окно, и там по улице Правды шли БТРы, не танки, а БТРы именно. Я понял, что все серьезно, и побежал на Красную площадь. Я считаю, что вот эти дни 91 года показали, что от каждого из нас зависит ход истории. Потому что если мы будем сидеть на диване, то ничего не произойдет. Мне было очень комфортно работать со своими коллегами, с журналистами, с любителями, с фотографами. Вот. Никто никому не мешал. И вдруг получилось так, что вот такой коллективный портрет не только людей, которые пришли, людей, которые снимают –